призвание родителям. Многодетная семья Алтуховых представлена к присуждению почетного звания за заслуги в воспитании детей. В начальной стадии этот парк был отчасти хозяйственным парком. Здесь выращивали лекарственные травы, выращивали зелень. Вот, и в прудах водилось много разной рыбы. Павел Васильевич с увлечением рассказывает об истории Петерговского парка. Это одно из любимых мест для прогулок семьи, в которой сейчас 17 человек. Ездят Алтуховы на собственном микроавтобусе. Путешествовали не только по ближайшим пригородам, но и по городам Золотого кольца и странам Прибалтики. Там родился глава семьи. Такие поездки – возможность побыть все вместе. И мама их особенно любит. Я люблю, когда не все вместе вокруг меня. Старшему Илье сейчас 19 лет, а младшей Ане 9 месяцев. Ей достается максимум заботы и внимания. Нянчатся все по очереди. Помощь по дому и с малышами для старших – это уже привычно. Родители уверены, главный плюс большой семьи в том, что дети не растут эгоистами. Понимаю, что рядом есть люди, которые нуждаются во внимании. И они в ком-то нуждаются. Вот. Учатся быть отзывчивыми. Хотела бы, чтобы они были чуткими, добрыми, понимающими, чтобы они могли не только о себе позаботиться, а чтобы могли заботиться и о других. Конечно, трудностей хватает, особенно с подростками, когда наступает переходный возраст. Но родители стараются максимально уделить всем внимание и уже не представляют себя без такого количества детей. А старшие гордятся, что они из многодетной семьи. Ведь достижение одного из членов – это общие достижения. Одних только грамот у Алтуховых более 100 штук. Когда говоришь, что много, ну, там, братьев и сестер, сразу все выражают, ну, уважение там родителям. Ну и самим нам. Анна и Павел Алтуховы признаются, большую семью заранее не планировали, но очень рады, что получилось именно так. Главная награда – любовь и мир среди домочадцев. А почетное звание от города станет еще одним признанием их родительских заслуг.